Всем привет, ребят! Сегодня я вам расскажу о встрече подписчиков в Киеве в 2021 году. К сожалению, для некоторых в этот раз я расскажу, как она прошла. Да, для кого-то может быть это новость, для кто-то может быть не уследил, что я уже в Киеве, да, третью неделю. Еще кому-то все равно, но сейчас мы поговорим о тех ребятах, которые пришли. Как это случилось? Во-первых, есть под каждым видео ссылка на Facebook. И там в группе я писал объявление. Почему в этот раз на Facebook? Ребят, потому что в прошлом году, спасибо всем большое, кто пришел, я собирался, здесь мы собирались вместе в Киеве, и пришло, наверное, около сотни человек. Мы были на стадионе в Киеве, потому что было очень много людей. Сейчас я понимал, что если будет так же, то мы не сможем собраться вообще. Почему? Об этом я рассказал тем ребятам, которые приходили. Нас было человек 15, на фотографии, которую я вам сейчас покажу, кто-то не захотел фотографироваться, кто-то уже ушел, но в целом это была дружеская такая беседа в Киеве, на пуще Водице, очень хорошо все было, узнали много полезной информации. В общем, давайте так, я не могу вам пока сказать, я все скажу, кому это интересно, я потом когда-то скажу, почему же я не собрал всех, как в прошлый раз, да, на Ютубе, поскольку были проблемы, из-за которых, если бы не собрались маленькой группой, то не собрались бы вообще. Я решил, что лучше собраться маленькой группой. Так, что еще? В Бердянск, ребят, до сих пор ждут ребята, что я поеду в Бердянск. Я честно сам ждал, что я сегодня поеду в Бердянск. Внеслись корректировки, и я не поеду в Бердянск, поэтому не ждите, кто там ждал. Второй раз я уже в Киеве, да, за это за свое время жизни в Канаде, и второй раз я не попадаю в Бердянск, но значит, в следующий раз обязательно попаду. Что хотел рассказать за этот, который был у нас, да, как бы была эта встреча. В этот раз мне почему понравилось, поскольку, как я и говорил, было меньше людей, и у нас появилась такая, получилась дружеская такая встреча. Я вам немножечко расскажу о том, как это происходило, потому что в этот раз я как бы спрашивал у каждого человека, я давал возможность каждому человеку рассказать, или даже не возможность, а чуть ли мы решили, давайте каждый расскажет о себе буквально немножко, на каком ты этапе, что ты, как там тебя зовут, в общем, грубо говоря, я Юра, я там работал дальнобойщиком в Европе, сейчас живу, работаю в Канаде, да, и вот так вот за себя каждый немножечко рассказал, было интересно, были ребята, был там мужчина один, который был в Канаде, получил права, неделю всего пробыл, не нашел работодателя, но и не особо искал, как он сказал, да, и вернулся, то есть еще поедет дальше. Были, кто уже вот-вот ему сейчас уезжать, буквально все документы сделал, и вот сейчас уезжают уже в Атлантику по, ну, на это делать себе иммиграцию. Были те, кто только вообще получает права ехать на первую каденцию в Европу, были те, кто уже работает по Европе, метят на Канаду. В общем, честно сказать, очень и очень получилось. Прикольно, интересно. Ну, там просто своя таблица по переводу на CLB. Там, если один балл будет ниже, чем нужно, ты уже как бы не проходишь. Вот, у меня как раз вот ровненько на CLB 4. Вот, и я с ними проходил интервью, они готовы меня взять. Пришли, говорит, оценка шансов $50. Ну, рассказал красиво, мы вышли за дверь. Слушай, ну $50 давай, чтобы уже думать, не думать. Есть? Раз, посмотри. Да, есть $50. Давай, на. У вас нет шансов. Я еще даже нет, ты сделаешь. Блин, классная бизнес-идея. Во-первых, надежда на том, что двое не выйдут. Ну, это как бы, да, как два колеса сразу спустят. Ну, это что-то редко. Дырявые носки, трусы и бутылку. Сам я думаю, если поискать, можно найти. Да, уже вложился. Но вот это был мой план, и действительно, и куда бы они делись. А я бы себе еще собаку какую-то бы завел, громкую, тупую, чтобы она постоянно... И все. Кота. И выучил бы команду фаста. В следующий раз, когда я там буду, приеду, я не знаю, поскольку все-таки как ни крути, оно не то, чтобы я говорю прям дорого, да, оно в принципе дорого прилететь сюда с Америки, сюда в Европу, в принципе трансатлантические перелеты, но это еще полбеды, потому что нужно выбрать время. Ребят, еще очень важно, хотел сказать, что, знаете, вопрос был такой, а зачем оно мне, зачем мне эта встреча подписчиков? Расскажу вам и почему я добавил какой-то кому-то мотивации, что ли, с тем ребятам, которые приехали. Получается так, что мне как бы на самом деле уже тут-ту-ту, не хочу там ничего говорить, у меня уже как бы все нормально. Многие люди, которые стремятся только что-то сделать, им просто иногда не хватает мотивации.
И не каждый может взять себе там книжку какую-то или взять себя и заставить просто пойти и начать что-то делать. И после разговоров там, да, оно начинает. Вы видели, я это и делал видео про номер. То есть не нужно никаких ни лайков, ни репостов, нет, это не акция, не то, чтобы вы меня раскрутили или нет, абсолютно нет. Просто хочу вот так вот. Этот номер я сейчас вот через дорогу, через речку, штат Нью-Йорк, США. Я сейчас сижу, да, вот здесь, в Ниагара Фоллс, в Онтарио. Этот номер я получил 2500 километров отсюда, в Манитобе. Перед этим ездил по Англии, по Европе, жил в Украине. Просто вот так вот, да, уже такой круг сделал. Этот номер я держу в руках, и этот номер я отправлю с радостью тому, кому он нужен. Тому, кто посчитает, что если он его возьмет себе в руки, то на его пути его уже ничего не остановит. Как бы это более на уровне моральном, да, как на... Понятно, этот номер вас ни к чему не приведет, если вы ничего не будете делать. Но вдруг кому-то это прибавит сил, то я с радостью отправлю это. Это же видео я хочу сделать так же самое, что я приехал, пообщался с ребятами, да, там все пожали руки, поболтали, попили кофе, пофотографировались, разошлись. И вот из того, что я увидел, мне показалось, да, там, что как минимум, наверное, с половиной из этих ребят я там увижу где-то. Я здесь оставлял свой номер телефона, и вот только что уехали еще два парня, один, кстати, из Бердянска, которые здесь на мотоцикле приехали. Вот только-только я с ними поговорил. В этот момент мне позвонил другой человек. Я уже ответил, поговорил другому. Там рассказывал он тоже. Пока в Украине, в общем, есть возможность пообщаться. Есть возможность какая-то была встретиться. Тот, кто не попал ко мне на встречу. Вот сейчас, кстати, вот эти, что парень один на мотоцикле. Он вообще из Евпатории. Едет на работу в Чехию. По пути у него перед самолетом заехали, остановились. Вот поболтали с ним. Потому что, как бы, наверное, это и ответ на вопрос. Ради общения. Для чего это делать? Ради общения. Я общительный человек. Мне нравится помогать людям. Не всем. Вот это большое заблуждение. Да, а только тем, как бы, кого я считаю хорошим человеком. И вот, собственно, и все. Такой, извините за поздний анонс. Я еще в конце видео хочу сказать, реально, как бы, попросить прощения у тех ребят, которые бы приехали, если бы знали о встрече заранее. Но повторюсь, поймите, что была возможность либо, как бы, встретиться с определенной группкой людей, либо не встретиться вообще. Я еще в Киеве какое-то время. Все еще у меня есть мой киевский номер телефона, который я вам сейчас дам. Кто захочет, набирайте, пока он доступен. Пока, значит, я еще в Киеве и смогу с вами поговорить, встретиться без проблем. Мне не тяжело. Ну, естественно, у меня здесь свои дела какие-то, да, я могу быть занят. И у меня реально есть чем делать. Он что делать? Мы вчера, например, в сауне были. Я понял, что последний раз в сауне я был, когда прошлый раз был в Украине. Поэтому я имею в виду дела такие, да, чтобы вы понимали. Это не значит, что я здесь там отбойным молотком дороги ломаю. Но, по-моему, это занято. Итак, кто вдруг прозевал, но хотел бы встретиться, если вы там подъедете, если у меня будет время, возможность где-то встретиться, может быть, в городе, потому что здесь тоже езжу по делам. Вот вам мой номер. 099-314-58-91. Такс. Вот, собственно, все. Но, опять же, это я не говорю, что я с кем-то уже встречусь, ребят. Все это вдруг там в индивидуальном порядке, если что-то вы хотите спросить, узнать, или вот просто как приехали, да, там, поздороваться на 10 минут, поговорить. Обязательно выберусь на Хрещатик и запишу вам еще одно видео. Я думаю, это будет последнее видео из Украины. Что я увидел в целом, как бы, я понимаю, я не был нигде в Украине. Даже поездка наша в Кременчуг сорвалась. Мы думали ехать к родственникам в Кременчуг, но все это сорвалось. И на выходных я уже буду улетать. Так что еще одно, думаю, видео запишу с Хрещатика. Может быть, сегодня, может быть, завтра. И на этом все. В общем, извините, кто хотел, но не попал на встречу. В следующий раз я это анонсирую на Ютубе. Сейчас хотел просто поделиться, как это было. Все, всем пока и удачи.